Привет, привет, мои дорогие. Сегодня у нас ужин очень похудательный, потому что я буду есть и худеть. Хотите научиться так же? Тогда вам ко мне. Давайте, смотрите. У меня картошечка жареная. Все полезно. Салфетки. Но салфетки я есть не буду. Огуречки. Я уже пробовала. Они обалденно вкусные. Они сладкие-сладкие. Селедочка. Она тоже сладкая. Ой. Вообще вкусно. Обалденно. И все это запивается стаканчиком молочка. Без молочка это не похудательный ужин. Ешь и худей. Называется. Сто лет не ела жареной картошки. А сегодня думаю нажрусь. Ой, обалденно. Картошечка с лучком. Картошечка с лучком. Позвонили мне тут. Я специально не досаливала, но получилось, что надо еще чуть-чуть досолить. Ну и что, морда лица завтра будет не видно, глаз. Глаза нарисуем. Обожрать это надо всегда. Обалденная огурца. И вот мне все говорят, ну там, допустим, я солю рыбу, ложку соли, два сахара, и она у меня получается сладковатая. Вот типа вот эта же селедка. Она же, ну тут винный что ли заливки, да, по-исландски как-то. Давно мы тельки не жрали. Надо исправляться. Вообще. А я сейчас еще помидорку не пробовала. Тоже сладкая. Я уксус не переложила. Я бывает как бы хану уксусу. А в этот раз нет. Надо еще картошечки на них положить. Как вкусненько. Ну что? Не надо скромничать. Это все для похудения. Не бойтесь. Не, пока хватит. Лучше еще подложить. Переложить тоже опасно.
Юлька опять заорала. Буду ее стерилизовать. Ну, сейчас жарко, и, по-моему, после течки стерилизуют. Не все. Вот сейчас вот этого хватит. Прям чувствую. Как насыщаются мои организмы. Как хрустят огурчики. Еще чуть-чуть молочка. И завтра я буду стройной. Ну, тут что вот селедочки? Надену зубок. Я, правда, купила еще селедочки. Но я думаю, что это под шубой. Еще надо подумать то, что мне нужно докупить еще. Похудеть не удалось. Обожралась. Это еще без хлеба. А могла бы с хлебушком. Ну вот. Кому мне стесняться? Вы уже все видели. Хуже не будет. И допиваем молочко. Чайку я не хочу. Ой, как вкусно, почавкать. Чайку я не хочу. И что-то надо по 2 мукбанга в день. Но я на юге иногда, конечно, уже не записывала вечером, допустим. Вику кормила, себя кормила. Темно, там неудобно было. Поэтому много мукбангов не получалось. Я с утра там позавтракаешь, что-нибудь перекусишь. И вот вечером. А с утра быстро. Ну, в столовую, если сходишь. Так что не всегда получалось записывать на юге мукбанги, а уже когда вечером лежа в постели жрешь. Ну, неудобно, как-то будут завидовать мне некоторые. Так что все, всех обняла, пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа. Ну, кто юмор понимает, тот понимает, кто не понимает, ничего я могу сделать. Идеальный.